Сегодня приехал в водоем Бородино. Сегодня у меня 11-я рыбалка, 11-я, она бесплатная. Сегодня попробовал ловить на светонакопительную резину, никогда на нее не ловил. Приехал специально, вот сейчас закат. И немножечко еще подожду, сейчас я соберусь, солнце сядет, начнем. Итак, начну я со светонакопительной резины. И с приманочки могу вот. Привет, пробничка. Как я ни старался, пробивая слои, меняя проводку, контакта с рыбой у меня не было. Не могу понять, то ли я горизонт неправильный. Убираю. Начало без поклевок не самый худший вариант. Конечно, за это время я хотел бы уже добиться контакта с рыбой. Хотя бы понять, в каком горизонте она находится. На обеих палочках резина светонакопительная. На доширак я вот все-таки поставил огрузочку небольшую. Вот, чтобы он тонул хотя бы слегка. Чтобы он уходил. Средние слои. Вот проводку доширака я еще не знаю, эту приманкой не ловил. Но примерно представляю. Вот такие вот слабые подергивания. То есть медленное подтаскивание, чтобы он, я так думаю, идет в одном горизонте. Пауза. Не совсем понимаю, как на эту резину должно клевать. Прохладно стало. Сейчас я сделаю круг подсчета. Еще раз пробью 2-3 точки. Не буду с собой брать камеру. Если найду пятак, где она клюет, вот тогда там половим. Получила первую свою форелевую консультацию. Как и первую поклевку. Ага, вижу. На неогруженный крючок. Так. Светонакопительный червяк. И ничего более, да? Да. То есть верхний слой. Поклевка, конечно, не живая. Тычок. Чуть-чуть, там четверть оборота протащил, еще тычок, уже более уверенно я отпустил, и в результате просто вытащил приманку изо рта. Вот она. Вот она, сработал доширак. Прям под самым берегом, значит, форель не боится. Вот это она там зашла, похоже, опа-на, все, оторвал. Зашла, замоталась за столб. Но сам факт, получается, форель не боится света. Клюнула она у меня в ногах, клюнула на тот же самый доширак. Ну что, мне сегодняшний выстрел, можно сказать, что не удался. Не удался по рыбе, то есть рыбы я домой не везу. Но понимание пришло, как ее ловить, на что ее ловить. То есть ночью это светонакопительные приманки. Жалко, у меня блеска светонакопительных нет, может было попробовать тоже. Проводка совсем не живая. Сейчас я уже буду сворачиваться. То есть будет у меня еще ночной выезд, но к нему я уже буду более готов. Было бы неплохо, конечно, если бы даем порадовал напоследок на прощание поклевочкой или даже рыбкой.